Югорчане стали призерами федерального этапа конкурса профмастерства «Славим человека труда». Он прошел в Екатеринбурге. За победу и призы в 5 номинациях боролись 38 ремесленников из 6 регионов. В номинации «Народные художественные промыслы» округ представляли Яков и Зоя Тарлины, самобытные мастера северных традиций из села Козым Белоярского района. Зоя Тарлина победила в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева, изготовив люльку». Яков Тарлин в этой же номинации завоевал диплом второй степени. Мы решили взять на этот конкурс в этом году именно культуру козымских ханты. Вот. На следующий год, возможно, мы выбор остановим еще и на других территориях. Мы, считаю, вы очень удачно выступили, потому что два участника и два победителя. Вот, победители в одной семье. Они, наши победители, получили очень такие хорошие денежные вознаграждения, это тоже важно. То есть они мастера, творят, ведут традиционный уклад жизни.